Передвижной пункт медицинского освидетельствования появился в республиканском наркологическом диспансере. В мобильной лаборатории можно определить наличие алкоголя и психоактивных веществ в организме. Пункт планируют задействовать в профилактических рейдах госавтоинспекции. Оборудование лаборатории позволит на месте проводить исследования и бороться с нетрезвыми водителями на дорогах эффективнее, а также снимет нагрузку с химико-токсикологической лаборатории. Приобрести передвижной пункт медицинского освидетельствования удалось в рамках нацпроекта «Безопасность дорожного движения» и благодаря антинаркотической программе. Мы давно планировали приобретение такой машины, потому что сегодня безопасность дорожного движения стоит очень остро. Ее можно поставить на любой автомагистрали, и она уже позволяет сотрудникам ГИБДД, например, не вести их, да, во Владикавказ или там в ЦРБ, а непосредственно на месте проводить вот медицинское свидетельство. В принципе, она уже готова, скажем так, к работе. Ну вот немножко, конечно, вот эпидемиологическая ситуация, как только немножко изменится, тогда уже мы запустим.